Чё, народ, всем здорово, давненько мы с вами не видались, наверное, получается. Ой, я даже не помню, когда. В субботу? В субботу я рубался, да, кстати, с выходных. А сегодня за день? Слушайте, я сейчас играю уже на мониторе. С картой видеозахвата почти разобрался, вернее, я уже могу подключать через нее стрим. Сейчас договорю и продолжим. Вот, и не смел, что через карту видеозахвата, во-первых, мне нужно будет камеру и микрофон подключать, потому что, ну, я не знаю, конечно, стрим-то у вас, скорее всего, со звуком будет. Но у меня звука на мониторе нет, и, соответственно, мне грустно. Микрофон у меня нет. Такие вот пироги. У меня вроде нашлась вебка в гараже, но она древняя. Ну, попробуем, по крайней мере, на днях, может, завтра даже. То есть подналажу. И самое главное, мне нужно будет изучить все эти дополнительные примочки для OBS Studio со всеми вот этими хихи-ха-ха, комментариями, голосовухами и всем остальным. Так что процесс такой. Ну, попрошу, может, чего знакомых подскажут мне какие-то сразу штуковины, я быстренько их накачаю и зарубимся с вами. Так, что тут у нас по квестам-то? Что моя винтовка, а что она не перезаряжена? Выяснить, где вы находитесь. И вот опять же непонятно, я сейчас стримлю, получается, ну, та же Соньки, просто что, так сказать, монитор поменял. Я сижу близко к монитору, я как-то звук убавил. Ну, непонятно, геймпад он может фонить, так что если есть фон, не знаю, плюс звоните в чат, что ли, хотя бы. Такие вот дела, а чего прокачки-то можно чего-то прокачать? О, как-то. О, у меня вообще ни хера нет. О, я что-то... О, слушайте, куда это? Куда это? Прокачи... Куда это? Я что пью? Я же не пьяный. А, я пивко попью. Ладно. Ладно, так. А что вот можем прокачать? Магнум. Боевой... А, боевой пистолет. Урон. А, я же приобрел. Приобрел, понятно. Емкость магазина. Это у нас полицейский дробовик, но не хватает чуть-чуть. Скунс. Подаем. Это, по-моему, бы накопить 1000-2-3, чтобы прокачать, типа, на максимум что-нибудь. Ну, ладно. Так, у нас дробовик был на 4 патрона, сейчас на сколько? А с хероп у меня там на 4-то остался. А, емкость магазина. Сюда. Ебали только что. Даже вникать не буду. Я вот хотел на него тюгаться, но что придет. Надеюсь, я нормально. Так, что мы берем? Штурмовую винтовку мы берем. My patience is at an end, Muller. It's been close to 6 months. But we're close to understanding the biophage, to harnessing it. I just need more time. No. What happened on Europa? Was a tragedy. Was a revelation. Короче, начальник тюрьмы был в край ебанутый. Это мы уже поняли, да? Бля, там двери красные горят, тут двери красные горят. Бегать я не могу. Ну давайте дойдем, может откроется. Я отсюда пришел, мне не отсюда пришел. Просто муха лежала, точно я не брал.
Кстати, на Твиче мне уже выкатили, у меня стрим 18+. Еще не так просто на мой стрим попасть, я прикиньте. Ой. Изолятор. Охренеть. Так вот как? Там, кстати, не загорелась дверь зеленая. Они пытаются. Блин, а что не видно-то? Да что такое-то? Что такое туман? Ага, загорелось только сейчас. Что такое? Так, что я хотел? А, она же заражена у нас. Что я хотел, ребята, сказать? И забыл. Во-первых. Дэнни заражена. Во-вторых, корабль на котором пытались. Блять, охуеть. Улететь, его же сам начальник тюрьмы расхерачил. Так как нам выбраться теперь отсюда? Кто мне скажет? Вышка. Нас обратно в тюрьму типа волоку. Блин, я думал, что все роботы это понимают. Как это называется, словечко правильно. Круг замкнулся, тихо туда, да, отлично. Daddy, can you hear me? Daddy? You gotta be fucking kidding me. Ну, блин, этот right чувак реально сопли, это вообще самый нефартовый тип, которого как я сидел. Find me. Waller? There's not much time. I was able to reroute one of the security units. I have Danny. Where is she? The lab, at the heart of the prison. He's monitoring everything, but we can talk here. I can get you to the warden. I can cure her. I want to help. You? You put this thing in my neck, and now you want to help? Please, you must hurry. Find me, Jacob. There's a room ahead that connects to an area normally off-limits to both inmates and guards. Find it, and I'll clear the way from here. У нас, ребята, смотрите, все по накатанной. Все хорошо. У нас всегда кто-то куда-то ведет по каким-то лифтам, шахтам, коридорам. Че тут роботы-то не? А тебе бегать-то я могу. А роботы не патрулируют, а мы, кстати, прямо. I'm opening the way ahead. Мы прямо отсюда и начинали игру, я помню. Не нравится мне это все дело. Кстати, а что-то протупил, может надо перчатку прокачать. Так-то перчатка вроде неплохо. Научился пользоваться. Да, но вроде хп не потратил. О, это вот такой, под, такая подстава была. Вот и знаете, чему больше всего не доверяю? Автомата с прокачкой. Сейчас подойду и что-то будет по-любому. Чувак, сорян. О, вот это нас сломали. Фух. Грязный тентакль. Там, ну ничего, опять аккумулятор, да? Так, автомат с прокачкой. Можем продать. Ох, на 1000. Перчатка. 2700. О, прикольно. Скорость перезарядки. Неплохо. А что с дубинкой? Хм. Так, это на максимум качал.
Не знаю, давайте побережем пока кредиты. Только рынка. Ага. Ну, вот сейчас точно мы враги. Подкрадули, включаем. Опа. О, тут что-то лежит, да. Я никого не боюсь, у меня есть дубинка. Блин. Обычно, когда столько добра лежит, убедить. Сейчас что-то будет. Что-то будет, ребята, вот здесь вот отвечаю. Сейф пошел, все, погнали. Я слышу, но я не вижу. Убить двуголового? Твою мать, он здесь что ли? Сука. Типа ты меня спалил, да? Хорошо отреагировал. Так, все, дубинка. Блять, не меняй очки. Блять, ты сам остановился. Собирать. Даже не Азиза. Сука. Ага, вот сюда нужно вставить какую-то хуйню, да? Или нет? Или чё тут? А для каких ворот предохранитель? Я что-то не соображу. Мне типа обратно что ли идти? Мы этот... Хилку случайно не находили, понятно? Ну, единственное, что меня порадовало, в отличие от Дэнни, когда мы с Бугалом второй раз сражались, там еще этот мелочевка всякая из мобов шла. Как-то, по крайней мере, этой херни не было. Бля, где бы хилку? Я, конечно, могу ее скрафтить, но я не хочу. Две. Так. Однозарядный пистолет. У нас что будет, 220? Блять, все нужно. А нет, все прям нужно, да. Не, ничего пока не будем оружить. Блять, ну хилка мне нужна, конечно. Я сам лошара повелся на такие лошовые удары. Хотя бы так. Сейф пошел. Иди беды. Какой-то хуй стоит. Мне кажется, меня не видит. Сейчас мне горло першит. Мне это не нравится. Ебаная погода. Мы можем обратно? На прокачку. Теперь точно сможем прокачаться. Так, стоп.
реально, нам и ячейку, чтобы не забивать. Может, прокачка будет 3000. Вот так. Разрывные пули 1700. Это чё? Чё-то дешёво тут. А, однозарядные пистолеты. Это чё, однозарядные пистолеты? Ну, блин, это круто. Я думал, что за это ачивку дадут. У нас пуль для этого пистолета 22 штуки, так-то. Так. Нимбузим, не торопимся. Блин. Перчатки 2700 надо максимально. Блин, на перчатке тяжело юзаться будет. Скунс хуя. Полицейский дробовик. О-о-о. Вот это круто. А штурмовая винтовка что дает нам? Устойчивость, блядь. Блин, я бы, наверное, лучше все-таки... Блядь, даже не знаю, что вкачать. Ну, для ачивки. Правильно смотрю? Правильно. По-любому нужно ачивку дать. Чё, серьезно, не дали ачиву? Чё, как жопа что-то все? Жалко что ли? Альтернатив, бля, это дерьмо. Больше огневая мощность, расход больше боеприпасов. Один. Ну ладно. Ну, хули я вам скажу, пойдемте. Пойдемте, мне там протестируем теперь. Блять. О, срач испугал меня. Иди нахуй, чувак. А это что, я не вижу? Чертяга. Оу. Тут супер, блядь, да? Слушай, ну вот такой он ожидал. Умер, ничего. Блять, не нарисовал. Что за подстава-то вообще такая? Нихуя нет. О, это получается моя камера только с обратной стороны. Прикол. Прикол. Observation log. Subject 324-980 exhibits an intriguing mix of characteristics, most notably an enhanced will to survive. Recommend extraction and induction into the program. Только сейчас они про меня типа пизданули, что ли? Нам бы хилок раздобыть. Ну это вообще не нравится такая. Такая игра с. Нет, чё, блин. Даже бичи пару тычек нанес. Ооо, хорошо. Здоровье. Ничего нету. Ну хотя бы так. Ну, хотелось бы, конечно, хилку заметить, которую я могу сам юзанука захочу. Ой-ой-ой. Убил.
place looks older than the rest of the prison. Убили меня, нет? Да. Ну вообще все печально, короче. Мне это нихуя не нравится. На вас и хилку пойдет на распечатать, что-то зажопило денег, блядь. Откуда подвоха ждать? Уже? Я тебе здесь подвоха. Так, не рот. Я так и не понял, сколько он пуль расходует. Сколько это расходует, короче? Но зато с тебя убивает. Down the stairs. You're getting closer. На лестнице пока что. Музыка все еще зависит. Че, я не все с архивками поделится? Дрина. Все печально, конечно. Пойдем поаккуратнее. Этот рычит. Сейф хотя бы пошел. Ну, уже не так стрёмно. Сколько этажей-то под землю в этой лаборатории, мне интересно, а? Че, эксперименты ставили? Че, ужасно? Мало хп, чуваки, сорян. Можно не уёбывать. Я сразу стреляю в него. Наконец-то. Послушайте, вот это хильнулся пока. Не, жрём её. Жрём сразу. Жестковато все идет, так что лучше мы будем при хп, блядь. Пойдемте. Пойдем. Понятно. Есть контакт. Есть кто-то еще? Ёбки, блядь. Он хотел. Я, ребята, пытаюсь сдерживаться. Стрим без матов провести. Ну, че за эти скримеры? Эти скримеры. А, я мог сюда его пукнуть. Кто знал? Есть кто еще? Кто знал, что спереди шипы были, а что-то в глаза глубинки прошли. Не заболеть, блин. Погода обманчивает. Тут ты спотел, тут ты мог, тут ветер, блядь. Что-то пошел без шапки, расстегнулся. Че, хуебала какая. Я еще здесь еще тренировался, блядь. О! Блядь. Так пизду. Ебучая перезарядка, блядь. Так, все, нахуй. Все, убиваем. Есть типа на смерть?
меня добьешь или нет? Сука. Что ты мне выключить не подыхаешь? Я убить тебе не смогу, да? Серьезно, я вот не хочу. У меня много больше хилок, я не хочу на таком говне, потому что бьет или не надо. И у меня что, какой-то скилл есть, который, блядь, усиливает меня дамаг, блядь. Ой, броню, блядь, пересмерть, блядь. Нет, блядь. Фальшова смерть. Где у нас тут сейф-то был? Блядь. Блядь, серьезно? Где у меня реакция развилась, да? Говноедычи, а? Ёпки, блядь. Эх, офигенно, блядь. Не, ну... Как тут не матюгаться, блядь? Не, эту хилку тебе бережём, короче. Не тратим, блядь. Тут мы сейчас этого заюзаем, да? Неплохо, да? Все, ага. Все. Так, тут мы сейчас патрончиком. Блять. Они их у меня зацепило, да? Ну ладно. Оу. Сука, ну что ты меня заебал, блядь. А посмотрите, то он меня, блядь, вот нихуя не мог. Сейчас, блядь, что за блядка такое? Да ты меня заебал, блядь. Родительный пидорас, блядь. Блядь, нет, блядь. Ну не хилки, вернее. Не выпало с него хп халявное. Че, зря получается этот раз ты перезагрузил, да? Я, кстати, опять забыл перезарядить патроны. Как и в тот раз, как и в этот раз, это честно. Так вот куда идти? Вниз по лестнице? Как эта пизда и сказала? Мы еще здесь не осмотрелись, пойдем, типа, блядь. Что-то тут нахуй должно быть. Нет? Ну и чё? Рона? И все, моя дверь не работает. Ну все, дверь. Теперь у меня вопросов не возникает. Ты точно все говно убил? Сорян. Я не хотел. Ладно, живем пока что. Сейф. Музыка нехорошая, что такое? Ага. Слушай, нехорошая музыка закончилась. Че там, психический блок? Ой, блядь. Че, зомби да психопаты, блядь, не хватало. Ай, ёбок маленький. В какую сторону мне? Вправо. Ну и как обычно, наверное, нужно предохранительство, да, другой? Бесит хуйня реально. Необходим предохранитель, да ёпта, ты чувак. Просто, оп, блядь, какой-то треугольник назвал. А, блядь. Я тут конфигурирую, дерзкий стали, я скажу. Дерзят, нахуй. Блять, какая вся жопа вы. Пойдемте. Заперто, заперто, а чё? Ой, блядь. Да блядь.
Ну, блядь, я не знаю, с этим пистолетом у меня какие-то такие ассоциации сложились, блядь, ачивку не дали, как-то он перезарядку не все. А, у меня пуль больше не осталось, так хуй. Дробовик берем тогда. Блядь, все. Вопрос исчерпан. Блядь. Ой, забыл. Здорово. Все, у меня в край заебали. Я, блядь, буду иметь много оружия, буду стреляться. Чего я вас там поэтому? Патрон, делай вместе. О, у нас хилка еще есть. Откуда я взял ее? Ладно, не суть. Давай, кто откуда? Так, я все-таки, ребят, предполагаю, надо бы подхилиться. Подлечить жопу. Немножко. Так. О! А теперь у меня 8 патронов в дробовике. В тот раз, помните, все 4 так и сохранилось. Что-то дичь какая-то. Че? А, че? Я что-то не пойму. Чё, у меня сейчас, он, прикиньте, я сжал силовую перчатку, он просто руку убирал и все, типа, хуя какая-то. Ой, я такой хуйню уже не напугаешь, блин, кто там кого кулакочки? Keep moving forward, Jacob. Danny's condition is worsening. You must go faster. Just hang on, I'm coming. Они с Дэнни такие друзья стали, только что полгода друга хуесосили, да убили. Как они вот эти, блядь, невидимые пидоры, блядь, пожалуйста. Сейф дайте там мне. Отлично. Надеюсь, он не садит. After two weeks in the program, subject 324-980 exhibits remarkable physical enhancements. Though his mental state is deteriorating rapidly. Слушайте, я что-то смотрелся, проебал текст, что-то думал, что он будет на русском дубляже, и, короче, отстаньте. Что-то было, напишите лучше мне. Ладно. Сейчас, смотрите, обычно, как я взял, предохранить от ворот, и получишь. Или нет. Или не получишь. Станьте наверху. Это интересненько от нас спрятать хотят. Чай, а? А, нихуя. Нихуя подобного. Я почему-то по этим тентаклям бегать не могу. Теперь могу, теперь опять не могу. Че, думаете, нападут на нас сейчас еще раз кто-нибудь? Перезарядка, все перезаряжено, все отлично. Руки на стол, нахуй. Не, никто не напал. Я крайне удивлен. Обычно в игре так не работает. You're nearly here. Just keep moving. Чё ты почти у цели, типа, хотел сказать, не останавливай. Ну ладно, не буду. Кулю. Игру-то всем пройти хочется. Я уже сколько раз пытался на нее забить, но все равно продолжаю. Все равно продолжаю играть. Потому что интересно все-таки, чем дело-то закончится. Не знаете, в чем интересно меня подогревает? То, что я когда играл, ой, блядь, испуганный чувак. Я же прохождение полностью смотрел на ютубчике.
О. Серьезно? 2 сотки все? О, так основное прохождение. Что было-то? Что было-то? Я бухал. И к концу стрима я уже плохо помню, что там было, так что мне интересно сейчас вдвойне. Так, перезарядка — это хорошо. Так. О, не-не-не, скунс нахуй. Слушайте, а я бы вот эту хуйню продал, блядь, никак не продать, нет? Сука, обидно. Силовые перчатки сколько стоят? 2700. Че, на 7 соток я ничего не продаю. А, могу все патроны продать. Ну, это будет бестолковая хуйня. Так, стоп, это скунс. А, нет, полицейский твой, куда скунс? Ну, допустим... Да? Блять, не знаю. Для боевого пистолета. Ну, продадим, нахуй. Ну... Патроны нам все нужны, мне кажется, что-то будет пригодятся. Подождите, знаете, что, может, не дробовик, а этот? Ячейки-то подосвободить, это что такое? Подождите. Это же боевой пистолет. Я запутался. А вот этот пистолет, он тоже, кстати, крутой оказался. Ну, пойдемте. Сейчас если не штыки будут, мы сейчас вернемся, прокачаемся. Раз такой стрельбать. Несправедливо. И ящик пустой, да? Сука. Ну хуй с вами. Ой. Это робот. А, да, стекло вот еще. Думаете, что сейчас произойдет? Сейф. Че это будет, блядь, я дай предохранить не нужно. Ну где нахуй? О, ты еще подкатку думал, блядь. Ебан, блядь. Какие вообще подходить не хочется. Отвратительные типочки. Нужен предохранитель. Для чего он нужен? Роботу с каким-то... А, это который этот нулевой пациент, что ли? Вот иди гадай, в какую сторону идти. Туда, туда, сюда, блин. Давайте сюда за руль. Что тут у нас есть? Нихуя тут нет. А, тут лабиринт. Такое ощущение, что в лабиринте мне придется с кем-то хуяриться. Почему-то. Угу, я даже уже вижу, с кем. Эти двухголовых, так как бомжей нерезанные, блядь, стало. Давайте вот это сейчас захуяриваем. Давайте. Вот, может, ты ловишь, может, нет? А вот мне интересно, если я перчатку бы на максимум качал. Блин, там еще какой-то мужик предохранитель, типа твою мать. Так, чего у нас
себе перчатку на максимум качал. Я бы мог этих двуголовых в эти кидать, интересно, или нет. Так, штурмовая винтовка 48. Ау. Нахуя. Ой, блядь. Хорошо, что хоть они не пропадают. Давайте штурмовую винтовку возьмем. Где там двуголовый отпускной стоять? Сюда, сюда. Может, его отсюда видно будет? Что я пока не вижу, блин. Так, я пытался вернуться. Напрягает от меня. Два нажал и... Фух, пиздец. Жопно. Вообще, знаете, надо постараться тут эту хуйню, короче, блядь. Так, стоп. Где тут пылесос? Да, блядь, где его? Надо просто подальше от него бежать. Чего тут хуета, да, опять? Надеюсь, что есть один двуголов был. Мне хоть сейв дали какой-то. Нет, блядь, не желает мне. Дядю порадовать. А? Потянул, пока с винтовкой походим на всякий случай. Надеюсь, что правда, что есть один был, блядь, двуголовый конкретно. Остальных мне вообще поебать. Что там, кто там они были все? Там где-то откуда зона есть. А я ведь сразу сказал, что эта зона очень похожа на боевую. Чисто вот этот вот лабиринт, вентиляторы, шипы. Ну, я вам сразу скажу. Блядь, все. Была бы полная пизда, если бы этот... Если бы они тут парец... Ну, либо двуголовых... Либо двуголовые еще эти хуеплеты, как называется. Мелочь всякая ползала. Была бы жопа, уворачиваться не получила, ну и, блядь. Ну куили мы по полной. Так вроде бы нет. Я вот даже издалека, в принципе. Накурил. Все, сейф прошел. Ну епта, давай без наебалого ящика, пожалуйста. О, блядь! Блядь, блядь, подряд.
Ты можешь не стрелять не на аудиоящике, это как этот мимикрия, блин, из Dark Souls. Твою мать. Какая-то хуйня происходит. Невинная. Миссия. Нулевой пациент. Они шли до головы пациента перевести остальное, там, ну ладно, сердцебиение у него еще даже есть, нихуя, уж без башки, блядь. Какое нахуй сердцебиение, блядь. Что-то, блядь, свет загорелся, как-то. Фу, это автоматы были. Я уж все. Get inside, now! Подожди ты. Куда тут живо заходи-то? Да ладно, зайду. Ладно уж. Чаек у нас никто и нет. Так, освободи местечко. Subject 324-980. Can you hear me? Больше не должно быть тут, блядь. Это клетка? Ну, со стеклом. Ой, не нравится мне это что-то. Тихо слишком. Ну, хотя была охранная система, в теории, если не должно ничего такого быть. Я надеюсь. Ой, блядь. А вот это прям место для бойни, конечно. Охуеть. Ну-ка подойдем, посмотрим. Блядь, да они тут нахуй выращивали этих говноедов, пиздец. Что-то такое, фигурки какие-то прикольные. Да, что-то прям не здорово. Ой, там сидит кто-то. Вон чувачок сидит. Живой, но вроде не превратился. О, это уж почти превращается. Даже этим, блядь, чувакам такого не пожелаешь, конечно. Че, куда нам дальше-то сюда? Эй! What are you doing? I said, what are you doing? It's only an inhibitor to slow the rate of infection. You said you could cure her. I can. With your help. Do you have to trust me? We're wasting time and she doesn't have much. All right, fine. Do whatever you need to do. Soon everything will become clear. Now, why don't you start by telling me about this? You saw the recordings. You know what happened on Europa? I have no idea what happened on Europa. I wasn't there when the attack happened. No, but she was. Are you sure you really want to? Yes! Do you wish? Give you what you wanted. The curse of knowledge. Your core is linked with hers now. Or at least it will be once the sync is complete. The data won't transfer immediately, but her memories will fill in the gaps, give you the answers you seek. Okay. Just tell me how we can cure her. You can use this to synthesize an antidote, but you'll need to extract a sample from the warden's alpha. This is what? The goal of this madness is ridiculous protocol. During the original outbreak, a colonist known as Subject Zero demonstrated a unique ability to synthesize the biophage, to control it. Yeah, I heard in the recording something about bigger. Stronger. The next phase of human evolution. Unfortunately, he was killed during the Arca sterilization. Oh, that only would put sense. Now, the Warden seeks to replicate the conditions of the original outbreak, hoping to recreate Subject Zero as Subject Alpha. Well,
releasing the virus into the prison? He will say evolution doesn't happen in the lab, it happens in the wild. But how can he do this? There's no way he can cover this up. He's not acting alone. He's part of a group. Dating back centuries, they seek to control the progress of human... She's waking. Be careful, Jacob. Once synthesized, the antidote will contain the only pure essence from his alpha. He'll want it more than anything. It's the key to all he seeks. What about you? I played my part in all of this as well. There's no escape for me. Black Iron is where I belong. What did you like this summer? It's you. Yeah. What happened? Where am I? It doesn't matter. We got what we need. Now let's go finish this. Come on. Сделать нужно, что-то не пойму, начальника забрать. Like something's inside my head. Trying to take it over. Не до конца, что-то в духе, а, ребят. Нам автомат для прокачки было бы, да. Это что за ники? А что за хуй? Ой-ой-ой-ой-ой, что-то темно-то стало, подождите. А куда эта пизда, как ее там, блядь, пизда ученая пошла? Сейчас, секундочку. Слушайте, у нас прохождение на 79%, я думал уже финал, но 20%, нихуя еще не финал. Ну давайте еще чуть-чуть поиграем. Все, все, хватит, погнали. Короче, для автомата, для прокачки, либо до следующего сейва. Заперта. Да, он наконец-то смог ускориться. Можно на лифте, мы сейчас, ребята, скатаемся. Будет сейф, наверное, автомат для прокачки. Сейчас нам по пизделке в лифте, не? В лифте себя есть о чем подумать. Это что такое? Ой. What happened back there? Что за хуйня была? Last thing I remember is those robots jumping us. Mahler's helping us get the cure. And you trust her? Choice. Yeah. Same here. Да, с выбором-то у вас все дерьмово, ребята. Ой, слушайте, как тут приятно. Спокойно. What is all this? Что-то не сейвов, ни хуя. Не автоматов. Who is it? А вот эта штучка лежит. Right. While the prison sleeps, I will take matters into my own hands. I will release Mahler's experiments into the wild. No more talk. The time has come for action, and I know that I am right. Computer, initiate the Callisto protocol. Ну ебать, красавцы запустили, конечно. Так, чё, ни сейва, ни хуя, ребят. Data transfer complete. What the hell? Danny? А чё за стенка? Danny, where are you? Ёб твою мать, это что такое? Как так-то? Началось. Деревня, мой корабль, так. Что-то было, не показалось? Показалось. А я и драться, и сражаться не могу. Отлично. And now you're inside Danny's memories, seeing the truth of Europa. A diluted test sample released from one of our labs.
A tragedy that inspired everything Cole is doing here at Black Iron. А, вот эта вспышка вот в этой Европе произошла, получается, да? Ебать. Кубик. Let me go! Look at it! Look at it! What are you talking about? You'll see! You'll see! Что это такое? Я так хотел поднять его. Jacob, what do you got there? What we got here is none of our business. Вот оно что, блин. A job to do. Нихуя себе. Так это получается, мы это говно, получается, в тюрьму и привезли. Я сказал, два раза получается, получается. Два раза, не повторяю, не повторяю. Горько, или сестра? I tried to protect you. You didn't deserve that. Your uncle was in a terrorist attack. They doctored the footage to cover up what they were planning to test at Black Iron. And the cargo that we transported played a part in both. That could have stopped this. You made the wrong choice. Now how are you gonna make it right? Да уж. Он сейф прошел. Нормально так. Дело. Come on. Yes, you can. We're almost there. No. I can feel it. Hear it. Блин, ты моя сестра спасет он тебя или нет? You stay here. I'm gonna come back when I get the cure. I can take care of myself. Okay. Make him pay for what he's done. Ну все, я как раз сейф прошел. На этом тесном моменте, короче, мы тормозим наш стрим. Продолжение будет завтра вечером и поздним вечером, я предполагаю. Так что не теряемся, заходим. Завтра уже, может, вебку старую подключу, посмотрим. С веб-камеры, может, запустим стримчик. Так что, давайте, всем пока.